Здравствуйте, коллеги! Сегодня, 29 июля, в Екатеринбурге мы даем официальный старт экспедиции retail.ru. За месяц команда проекта преодолеет тысячи километров в поисках наиболее интересных магазинов и посмотрит региональный ритейл. Вы своими глазами увидите, как живет и развивается розничная торговля в городах от Урала до Дальнего Востока. Впереди встречи и мероприятия в 11 городах нашей страны. Первое мероприятие состоялось уже сегодня. Сегодня мы поработали с коллегами из торговой сети «Лента» местного региона. Встретились с «Жизньмарт», поговорили с «Галамарт», встретились с местным производителем «Ревдинская птицефабрика». Очень обширную информацию дали коллегам, которые пришли на мероприятие. И впереди подобное мероприятие ожидается в Красноярске. Так что регистрируйтесь, и будем рады видеть среди слушателей. В целом цель экспедиции retail.ru – познакомиться с игроками регионального ритейла и собрать богатый информационный материал для того, чтобы зафиксировать то, каким образом сейчас развивается региональный ритейл. И, конечно, по итогам этого путешествия у нас будут видео, фоторепортажи, интервью, подкасты. На все это можно подписаться. У нас есть во всех каналах, в соцсетях наши представительства. Следите за нами по хэштегам «Экспедиция ритейл», «Ритейл экспедиция». Да, у нас два хэштега. Если вы хотите, чтобы мы не пропустили, если вы ритейлер, вы хотите, чтобы мы не пропустили и заехали к вам, обращайтесь. Я готова попытаться успеть внести вашу компанию в наш план. И, конечно же, экспедиция не могла бы состояться без наших партнеров. Мы говорим спасибо фирме 1С, МБ Аудит и выставке World Food за поддержку нашей инициативы. И говорим о том, что каждый день мы будем стараться рассказывать больше о том, как развивается российский ритейл. И, конечно же, постараемся по максимуму представить все, что увидим своими глазами. Следите за нами в таймлайнах на сайте retail.ru. У нас есть события, где мы будем вести свои такие видео и фотоотчеты, а также текстовые отчеты. И через некоторое время уже пойдут материалы. Спасибо, что интересуетесь, и до встречи в новых городах.